Ребята, всем привет! Как я и сказала, сегодня будет у нас 24 часа. Питаюсь только хэллоуинской едой. Ну что, ребят, Хэллоуин никто еще не продает, всякие разные украшения, так что будем с вами готовить. Для первого блюда нам понадобится хлеб, сыр, оливки и кетчуп. Это будет неимоверно вкусно и очень-очень будет красиво. Так, извиняюсь, у меня тут лоточек. Ну что, начинаем. Значит, вот у меня уже тут все нарезано. Кетчуп. Я сейчас ложечку возьму. И, значит, у меня вот такие вот маленькие кусочки хлебушка. Два. Вот. Ну и мы с вами начинаем. Значит, мы открываем кетчуп. Это как у нас будет кровь. Так, как его открыть, ребят? Секунду. Так, все, я открыла. А, значит, теперь я беру и мажу хлеб только чуть-чуть. Я, наверное, много бахну. Бахну, ну ничего страшного. Ребят, если вы заметите, что не меняется голос, и я не болею. Я просто только проснулась. Так. И можно... Дожду того, ребят. И можно еще по краям намазать вот этот вот кетчуп. Именно уже по краям. Так, ну, чтобы как бы немного было, ну, как бы нормально. Вот я не знаю, почему я решила делать такое видео. Мне как показалось, это очень интересно, так, забавненько, когда ты именно ты еще готовишь. Вот, первый хлебушек у нас есть, пусть он тут полежит. И вот этот хлебушек. И не обязательно, знаете, такой кетчуп брать только в банке. Можно еще взять такой, знаете, ну, как майонез продается. Вот таких вот пачек. Так, ну что, нам с вами больше уже кетчуп не нужен. Ложечка тоже. Так, что мы дальше делаем? У меня тут нарезанный сыр. Мы его, вот, например, берем вот такое вот кусище, вот такое вот, например, и вот так вот его режем. Чух. Так вот, ой, несколько полосочек. Вот. Сколько у меня получилось, теперь я беру хлебушек и вот так вот складываю. То есть сначала вот так, потом как-то, например, вот так. Ну, короче, складываю, можно так сказать, как мне хочется. Так я и складываю. Главное, чтобы это было... Я уже вымазалась. Главное, чтобы это было все красивенько и выглядело немного даже стрёмно. Вот, и мне тут маленький кусочек, манюсенький. Смотрите, что у нас с вами получилось. Можно, знаете, еще как сделать? Напополам его разрезать. Вот такие маленькие, не знаю, муви какие-то. А дальше. Давайте, да, это тоже напополам разрежу. Значит, я беру вот это сейчас, ребят, я ручку тут смою. Я сижу просто возле воды здесь. Все. Дальше я беру и опять же режу вот так полосочками. Ну, короче, ребят, а потом ложу я вот так сверху оливочки, ну, можно напополам. И получается, чтобы не занимать много времени, наверное, мы уже с вами встретимся, когда я уже это все сделаю. Ну вот, что у нас с вами получилось. Это как такие мумики, ну, короче, это выглядит стрёмно, реально. И, короче, мы приступаем к следующему блюду. А для второго блюда нам понадобится чуть-чуть побольше кусочек хлебушка. Я обрезала корочку, и он будет и мягче, и вкуснее. Один огуречек. У меня огурцы называются пикули. Кстати, надо закрыть. Вот, и вы видите, что-то не очень непонятное в стаканчике. А это наше с вами расплесное авокадо. Я его, короче, подавила, выглядит оно не очень. Но, тем не менее, этого и стоило, чтобы Хэллоуин выглядел не очень, так сказать. Ну, как пюрешка у меня, оно очень классное. Я обожаю просто, ребят, авокадо. Это просто, наверное, мое самое любимое блюдо.
Ну что, теперь нам нужно на хлебушек намазать и положить пикули. И на глазики я использовать буду оливочки. Давайте мы с вами встретимся, когда я уже это все дело сделаю. Ребят, ну что, я уже все сделала. Тут у меня опять стоит кружечка у меня. И смотрите, что у нас с вами получилось. Это такой, как и должен быть, получиться зомби. У него нету прически. Мы глаза немножко пониже опустим. И берем сыр, который у нас остался с первого блюда. И делаем ему... делаем ему такую вот... вот причесушку. И вот что у нас получается. Ну, короче, это классно. Это не так выглядит, как в камере. Я вам сейчас потом сфоткаю все блюда и все покажу. Давайте приступаем к третьему блюду. А для третьего блюда нам понадобятся только яички и все. Больше ничего. Ждем, пока они пожарятся, и достаем их. И я вам покажу, что мы делаем дальше. Вот что я делала с яйцом. Я ему вырезала в этот рот. Короче, и вот такое как привидение получилось. Вот наш завтрак. Приятного аппетита, буду кушать. Следующее видео ждите уже, наверное, в обед, а то и под вечер. Ребята, а вот и наш с вами десертик. Это бананы в шоколаде, не знаю, вроде бы похож, но выглядит не очень. Тут еще Орео в шоколаде. Ну, короче, это выглядит страшно, потому что, блин, Хэллоуин. Вот, ну, короче, я сейчас поставлю в морозилку. И...